Предстоящий 2017-й не так давно был объявлен главой Якутии Егором Борисовым годом молодежи. Он примет эстафету у года благоустройства, под эгидой которого проходит 2016-й. Что успели сделать за 10 месяцев в плане облагораживания территорий в Алданском районе, расскажет Татьяна Вахнина. Алданские улицы теперь удобны и безопасны для прогулок. Летом в центре города были отремонтированы тротуары. Опасные перекрестки оснастились пешеходными переходами. На 2016-й, объявленный в Якутии годом благоустройства, администрации муниципального образования город Алдан был запланирован большой объем работ. Центральное место в нем занял ремонт дорог, а также асфальтирование придомовых территорий. Вошли в программу и получили 4 миллиона рублей выделенных денег на асфальтирование дорожных территорий. За все годы моей работы это был рекорд. Это был рекорд. 49 дворовых территорий мы сумели асфальтировать в 2016 году. Помимо ремонта дорог, благоустройство города включало ряд направлений. В их числе ликвидация несанкционированных свалок, озеленение территорий, освещение улиц и установка игровых площадок. Преобразился городской сквер отдыха. В нижней части парка реставрирован памятник, аллеи выложены плиткой, с советских времен скамейки были заменены на удобные лавочки. В следующем году работы по облагораживанию улиц и дворов, скверов и площадей продолжатся. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, НВК Саха, Алдан.